переживай ты так. С чего ты взял, что я переживаю? Да я тебя 100 лет знаю. Спасибо. За что? За то, что пошел со мной. Ты настоящий друг. Ладно, выдыхай. Тебе нельзя волноваться. И Денису своему только не забудь сказать. Скажу. Позже. Я просто хочу его как-то подготовить, чтобы он прочувствовал этот момент. Это точно прочувствует. Прекрати. Здравствуйте, моя фамилия Левицкая. Дина Левицкая. Я записана на прием к доктору Тимченко. Доктор Тимченко вас уже ждет. Вы же у нас уже бывали. Знаете, где ее кабинет? Да, конечно. Видали? Что? Девушку с пятном. Кошмар. Прекрати, симпатичная девочка, и парень у нее приятный. У всех, кто при деньгах, парни приятные. Даш. О, тетя Наташа! Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, а где Витя? А Витя дома. Папа, может, мы сходим к Вите в гости? Я думаю, что с Витей мы обязательно увидимся. Кстати, Наталья Ивановна, может, у вас получится завтра с нами погулять? Ну, сходим с детьми в парк или еще куда-нибудь. А с удовольствием. Ура! Ну, пойдем. Пока. Пока. Наталья Ивановна, я к вам. Проходите. Никит, ты меня лучше тут подожди. Иди уже, тебе пора. У меня еще есть время. Я просто не хочу, чтобы ты опаздывал на экскурсию. Доверие туристов в твоем бизнесе – это главное. Я не опоздаю. Ты сегодня пойдешь к доктору? На завтра записалась. Ой. Что, начинается? Да нет. Ложные схватки. А откуда ты знаешь, что они ложные? Мне срок рожать только через 2 недели. Так, давай уже выходи, а то я начинаю волноваться. Марин, я могу все отменить. Ну не говори ерунды, еще рано. Закроешь за мной? Любимый, закрой, пожалуйста, сам. Но если что... Я сразу позвоню. Привет. У меня начались роды. Понял. Звони в клинику, я подъеду туда. Юрий Григорьевич, а чего вы к себе не идете? Тряпочку испытываю. Эту, как ее, микро... Микрофибру. О. И что же, у вас больше дел нет, как тряпочки испытывать? Ух, дел по горло. Но могу я для женщины что-то хорошее сделать? Тогда тщательнее протирайте. Вот раньше было. Я ради женщин на такие безумства шел. На какие такие безумства? Как-то под носом у сторожа клуба. На клубе все цветы срезал. Хотел девушке предложение сделать. Она согласилась? Не успел. Сторож оказался глазастым, вызвал милицию. Я там 3 дня просидел. А девушка пошла на свидание к другому. О, вот тебе на. Что же она, 3 дня подождать не могла? Не знаю. А еще помню, в общежитии в окно полез. Хотел к девушке, я попал к комендантше. Ох, крику было. А вы, смотрю, я герой-любовник у нас. А вот ради меня никто ни одного безумства не совершал. Никогда. Цветы дарили, правда. Кино приглашали. А вот так, чтоб в окно. А хотите, я к вам в окно залезу? Высоко, 20-й этаж. О, вопрос снят. А вы, я вижу, высоту любите. Люблю. Только по правде я никогда такого ничего не делала. А вот хотелось.
А чего хотелось-то? Ну, так, чтобы аж дух захватывало. Что? Схватки еще вчера начались, а сегодня воды отошли. Что-то мне совсем плохо, доктор. Это вы рожаете. Ну, а что же вы тянули? Почему сразу не приехали? У вас 38-я неделя с аномальным развитием матки. Я же предупреждал вас. Я не могла. Мариш, представь, забыл таки свою папку дома. Марин, ты дома? Климова, слушаю вас. Вам звонила моя жена Марина Ходженкова. Да, она у нас. Сегодня по скорой привезли. Сейчас рожает. В смысле рожает? Ну как все женщины рожают. А у какого доктора? У доктора Родионова. Мне нужно что-то привезти, лекарства какие-то? Не беспокойтесь, в клинике все есть. Чем я могу еще помочь? Фу, нет, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем я могу помочь? Марина Ходженкова у вас находится? Да, она сейчас рожает. Это, а кто у нее роды принимает? Доктор Родионов. Может, какие-то медикаменты нужны или... В клинике есть все медикаменты. Где родзал находится? Вас туда не пустят. Ну, ты это видела? Ты о чем? Я только что по телефону разговаривала с мужем пациентки, а он пришел и задает те же вопросы. Ну, его амнезию можно понять. У него жена рожает. Так, когда были последние месячные? Ровно полтора месяца назад. У меня задержка 2 недели, а вчера я сделала тест на беременность, и он показал 2 полоски. Ясно. Как там мама? Так же, как и папа. Работают. Тебе нужно будет сдать анализы. Вот направление. А сейчас пойдем и сделаем УЗИ. Наталья Ивановна, маме пока ничего не говорите. Я сама скажу. Не переживай, у меня нет привычки обсуждать пациентов с их родственниками. Пойдем. Слабость родовой деятельности. Плод пока не страдает. Доктор, а с ребенком все будет в порядке? Все будет хорошо, вы не волнуйтесь. Сейчас мы вам немного усилим родовую деятельность. Окситоцин 5 единиц капельно. А это не навредит малышу? Это ему поможет родиться. Матка. Видите, Наталья Ивановна? Да. Плодного яйца в полости матки нет. Вы не беременны. Этого не может быть. Леночка, тихо. А как же 2 полоски? Вы вытрите, пожалуйста, гель. Тест показал не беременность, а повышенный уровень ХГЧ, а это гормон беременности. Я чем-то больна? Сейчас делать какие-то выводы еще рано. Ну что там? Чего? Так, Дина, ты иди сдавай анализы, а я жду тебя у себя в кабинете. Дина, все в порядке? Я не знаю, я не беременна. Правда? Что ты так обрадовался? Да ничего я не обрадовался. Вообще все к лучшему. Тебе же только 19. Универ надо закончить. Никита, ты до сих пор маленький мальчик, который ничего не понимает. Денис, наконец-то. Привет, малыш. Я тебе 100 раз звонила. Сорян, был занят. Это все, что ты можешь сказать? Слушай, я, кажется, серьезно попал на телефонный разговор. Где ты сейчас? Я подъеду.
Я в клинике Климова. Сейчас объясню, как доехать. Ты на машине? Нет, не надо объяснять. Слушай, а ты не знаешь, где клиника Климова? Нет. Так. О, так она тут недалеко. Блин, а что такое репродуктология, знаешь? Нет. Ладно, я поехал, все. Денис. Я пошел. Денис, хоть ты бы куда? Она не залетела. Ну реально, Никита, я и сама могу дальше. Мне же только кровь сдать. Мне нужно срочно в туалет. Я быстро. Арсений Петрович, человек будто всю жизнь в клетке жил. Даже в милицию ни разу не попадал. Ну и я в милицию не попадал. Ой, ну это ж так скучно. Разве вам не доводилось бить сопернику морду ради любимой девушки? Чтоб страсти такие, аж сердце из груди выпрыгивало. И морду бить не приходилось. Но сердце из груди выпрыгивало, да и... И сейчас выпрыгивает, когда Валентину Ивановну вижу. А у меня тоже. Я целый день голову ломал, какой сюрприз Клавдии Ивановне сделать. Ну, чтобы она ахнула. Ну, и что придумает? Хочу подарить ей прыжок с парашютом. Какой ужас. Такой подарок может даже самую смелую женщину испугать. Слушайте, а подарите лучше ей сертификат в Спасово. Это где такое? Это такое место, где женщинам делают всякие полезные процедуры для красоты. Ну разве это прыжок парашюта может с этим сравниться? Честно? Думаю, да. Нет. А, парень, вот ты молодой еще. Скажи, тебе приходилось залезать в окно к любимой девушке? Нет. Я что, дурак? А у тебя девушка есть? Нет. Вот потому и нет. Здравствуйте, я муж Марины Ходженковой. Извините, а паспорт у вас есть? А? У нас правила определенные. А, да, конечно. Ваша жена сейчас в родзале. Пригласить кого-то, чтобы вас проводили? А, не надо. Здорово. А тебя сюда как принесло? Так же, как и тебя. Привет, малыш. А ты чего здесь? Что-то случилось? Все в порядке. Небольшие проблемы со здоровьем. А с тобой что произошло? Слушай, давай отойдем куда-нибудь, поговорим без твоего верного телохранителя. Идем. Привет, брат. А ты как здесь? Жена твоя позвонила, сказала, что рожает. А ты на экскурсии в другом городе. Почему она сюда приехала? Понятия не имею. Бред какой-то. Она должна была рожать в другом роддоме. Извини, важный звонок по работе. Слабость родовой деятельности. Родоусиление без эффекта. Начался дистресс плода. Александр Петрович сказал, что будем делать кесарево. Пациентка уже в операционной. Доктор, мне больно. Я знаю, знаю, милая. Потерпите. Ну что ж вы плачете? Все будет хорошо. Не ты первая, не ты последняя. Я больше никогда не буду рожать.
Сердцебиение глухое, не более 60. У ребенка брахикардия. Сейчас вы уснете, и больно не будет. Это же навредит малышу, я читала. Ну, а зачем вы читаете такие глупости? Николай Иванович, давайте скорее начинать. Сейчас вы уснете, считайте вслух до 10. Раз, два, три. Так что произошло? Даже не знаю, как тебе сказать. Говори, как есть. Я вчера попал в аварию, врезался в машину. А почему ты раньше не позвонил? Да не мог. Телефон разбился, у меня сейчас старая трубка. Но это не все. Я был не совсем трезв. Ты же обещал не садиться пьяным за руль. Да ко мне вчера сеструха двоюродная приехала. Хорошо посидели. В общем, когда я в него врезался, то есть он в меня, я испугался, что полиция заберет у меня права. Короче, я смылся. Как? А что с тем человеком из другой машины? Он жив? Да живее всех живых. Он так меня материл. Ну ладно. Малыш, я так тебя люблю. Дай губки. Слушай, а можешь выручить меня? Ну, да, наверное, что. Я тут подумал, тачка же все равно твоя. А что, если сказать, что это ты была за рулем? В смысле? Ты же сказал, что тебя водитель видел. Так он и мою сеструху видел. Она же вместе со мной была. Скажем, что это ты и была. А почему я должна это брать на себя? Ну, это же все равно твоя машина. У тебя права сколько месяцев лежат? При чем здесь это? При том. Тебя родаки по-любому отмажут, у них бабок полно. А у меня мама, у нее и так с сердцем плохо. А где моя машина сейчас? Не знаю. Думаю, у ментов. Ладно, я подумаю, что можно сделать. Блин, малыш, я от тебя офигею. Идем, мне еще анализы нужно сдавать. Что, я вас поздравляю. У вас родилась девочка. С ребенком все в порядке, с вашей женой тоже. А нам пришлось сделать кесарево сечение, но о том, что такая ситуация может возникнуть, я предупреждал вас еще 3 месяца назад. Доктор, я не муж, я родственник. Вот муж. Прошу прощения. Ну, вы все уже слышали. Извините. Поздравляю. Ты ничего не хочешь мне объяснить? Что значит 3 месяца назад? Поговори с Мариной. Я не хочу встревать в ваши отношения. Ты уже влез! Ты же мой брат! Как ты мог? Миш, ты ничего не понимаешь. Я ничего не понимаю. Ты мне всем обязан. Кто тебя воспитал после смерти родителей? Где бы ты был сегодня, если бы не я? И я тебе за это благодарен. И роды твоей жены я тоже оплатил. Добрый день, Александр Петрович. Наташа, ты чудесно выглядишь. Присаживайся. Чай без сахара. Спасибо. Вышла увлекательнейшая статья о влиянии контролированного липидного обмена на успех переноса эмбриона. Интересно. Даже можно будет почитать? Что-то это подарок тебе. Спасибо. Даже не знаю, как вас благодарить. Я знаю, как меня можно отблагодарить. Разрешить уже, наконец, сходить с вами куда-нибудь. Хорошо. Но ты же помнишь, что... А что ты ешь только то, что приготовила сама. Я не об этом. Хотя после проблем со здоровьем в прошлом мне нужно придерживаться специальных диет. Ну, ладно, ладно, я не хотел иронизировать, но мы пойдем туда, куда ты скажешь. Привет, чистой компании. Нита Игоревна. А можно я с вами кофеечку выпью, а то Квитко, как обычно, занят. Ну, конечно, конечно, присаживайтесь, присаживайтесь. Благодарю. А что я могу вам предложить? А предложите ко мне, пожалуйста, чай и 3 ложечки сахара. Будет сделано. Очень рада вас видеть, Нита Игоревна. Это взаимно. А я рада вас видеть. Вы мне с Александром Петровичем Квитко напоминаете. Квитко и меня. Ну, а как только
начинал за мной ухаживать тоже. Водил меня в кафе, мы пили кофе, много болтали. Вот, читал научные статьи, пока не женился. Я что-то не то сказала, да? Ой, простите, я как ляпну, простите меня, пожалуйста. Я не хотела. Извините. Нет, это вы меня простите. У меня просто много пациентов, я совсем забыла. Да, было приятно поболтать. Спасибо. Да, приятно поболтали. Спасибо вам. Ну и куда же ушла Наталья Ивановна? Да это я виновата, простите меня, пожалуйста. Я рассказывала про нас с Квитко, про конфетно-букетный период. Ну, видно, что-то не то сказала и... Александр Петрович, я хочу с вами поговорить. Мне очень нужна работа. Я очень хочу работать. Но Квитко говорит, что штат укомплектован. И все, чтобы я... И же просила три ложечки сахара. Вот ваши три ложечки сахара, а это чашка Наталья. Теперь я буду знать ее мысли. А, я вас очень понимаю. И зная ваш опыт, я бы сам с удовольствием с вами работал. Но это у меня уже есть медсестра, и боюсь, что Лев Борисович ваш не позволит мне иметь вторую. А если я с ним поговорю? А если вы его уговорите, это совсем другое дело. У меня тоже много работы. Спасибо за компанию. Хорошего дня. Так, мальчики, ждите меня здесь, я быстро. Скоро свалишь, или ты так и будешь хвостом с нами ходить? Тебя это так сильно волнует? Ты клеишься к девушке, которую я люблю. А на шее что? Следы любви? Может, это она мне и оставила? Да? Правда? Она сейчас вернется? А я у нее на правах друга спрошу. Хочешь? Пошел к черту. Только ты не учел один момент. Я намерен ее защищать. Серьезно? А ты не надорвешься, Чучу? Вот. Принесла вашу доченьку, чтобы вы поближе с ней познакомились. Она хоть и маловесная, но здоровенькая. Будет хорошо кушать, быстро поправится. А вот и папа пришел. Хотите подержать ребенка? Что? Доченьку хотите подержать? Держите. Вот. Вы пообщайтесь, а я скоро приду, заберу малышку. Маме нужно отдыхать после операции. Марина, что все это значит? Как ты узнал, где? Чей это ребенок? Наша с тобой дочка. А почему она такая маленькая? Она что, недоношенная? Сам-то недоношен. Она родилась всего на 2 недели раньше срока. Скажи честно, это его ребенок? Кого его? Я помню, мать его тоже не доносила. Он родился раньше срока таким же мелким. Признайся, это... Дочь Сергея. Ты с ума сошел? Так а что он здесь делал в клинике? Ты хотела, чтобы я не узнала о вашей связи. Поэтому ты меня выписывала на экскурсию. Да ты несешь, это твоя дочь. Марина. Марина, что с тобой? Врача! Скорее, врача! Ты урод! Отпусти! Мальчики, ну прекратите! Денис, отпусти его! Простите, это безобразие! Молодые люди, что происходит? Мне что, вызвать охрану? Потом договорим. Что вы устроили? Он первый ко мне полез. Никита. Дин, открой глаза, он тебе изменяет. Посмотри, у него на шее засос. Малыш, ты же знаешь, что я попал в аварию. Этот придурок, он врет. Он и про отца твоего соврал, сказал, что ваш бизнес накрылся. Он не соврал, это правда. У моих родителей проблемы с бизнесом, и машину, на которой ты ездишь, мы собирались продать, чтобы с долгами рассчитаться. Что? У тебя засос? Как ты это объяснишь? Да пошла ты! Кому ты нужна с этой фигней на лице? Заткнись, ублюдок! Отвали! Дина, не плачь. Да отстань ты от меня! Молодой человек, вас должен осмотреть доктор.
Я, кажется, руку сломал. А, так больно. Матка не сокращается. Какое давление? 80/40. Спокойно, спокойно. Так, готовьте компоненты крови. Сейчас поедем в операционную. Ну, юноша, рассказывайте, из-за чего вы здесь устроили драку? Я защищал честь девушки. Помните, вы с тем мужчиной с бородой говорили о мужских поступках ради женщины? Дорогой мой, драться, защищая женщину, если угрожает опасность, это одно. А попытка продемонстрировать силу, нет, это не по-мужски. Тем более, если драться вы не умеете. Пойду запишусь на бокс. Вы что-то еще хотели? Вы не знаете, как мне помириться с той девушкой? Она же меня теперь ненавидит. Ну, для начала попробуйте просто извиниться. Да, и еще, юноша, я рекомендовал бы вам рассказать о своих чувствах, как я понимаю, вы это еще не делали. А я в свое время решился и очень счастлив. Это и есть самое сложное. Да, Валюш, у меня к тебе серьезный разговор. Вот как ты считаешь, что лучше? Сертификат на спа-процедуры или прыжок с парашютом? Сень, ну, конечно, спа-процедуры. А Юрий Григорьевич хочет Клавдии Ивановне подарить прыжок с парашютом. Надо спасать тетю Клаву. Заберу вашу доченьку, ее пора кормить. Ох, не уверен, что она моя. Но это сейчас не главное. Лишь бы с женой было все хорошо. Это правильный ход мысли. Девочку давайте. Вы не подумайте ничего такого. Я очень люблю свою жену. Мы 10 лет вместе. Вот только с ребенком никак не получалось. Когда это произошло, я был на 7-м небе от счастья. А теперь почти уверен, что она мне изменяла. Давайте, давайте, девочку. Я к этому ребенку вроде как испытываю какие-то чувства, но мешают мысли об измене. Вы поберегите свою жену. Ей сейчас тяжело будет, а ей еще ребенка кормить. Атония матки продолжается на окситоцине. Мы перевязали подвздушные артерии. Кровотечение должно прекратиться. Кровопотеря растет. Что со свертываемостью? Пока имеем гиперкоагуляцию. Можем получить ДВС-синдром. Александр Петрович, принимайте решение. Удаляем матку. Подождите, время еще есть. Добавьте 200 тромбомасс. Зачем пришел? Я только что звонил в клинику. Мне сказали, что у Марины открылось кровотечение. И она сейчас в операционной. Скажи, это ты ее довел? Тебе не стыдно мне в глаза смотреть? А с чего мне должно быть стыдно? Это же твой ребенок, признайся. Ты идиот. Поэтому ты так суетишься. Бегаешь, звонишь, клинику оплачиваешь. Я ошибся. Ты не идиот. Ты рекордсмен среди идиотов. Кто тебе сказал, что это не твой ребенок? Марина мне как мать! Сроки не совпадают. Ребенок совсем маленький, ему месяцев 7. Он такой же мелкий, как ты был, когда родился. Недоношенный. Ты
такое ощущение, что среди нас недоношенный ты. Кто тебе сказал, что ребенку 7 месяцев? Ты что, доктор, чтобы сроки ставить? А Марина сейчас в операционной. Так, стоп. Я вас искал. Ваш ребенок родился маловесным, но вполне доношенным. В 38 недель беременности. Иначе бы его никто в первый же день к маме не принес. В открывшемся кровотечении никто не виноват. У вашей жены двурокая матка. Это редко встречающаяся аномалия. Отсюда и слабость родовой деятельности, и кровотечение. Вас я попрошу разговаривать потише. Здесь все-таки дети. А что с Мариной? Как она? Она в реанимации. Она спит после операции. С ней все будет хорошо. Я думаю, что завтра вы сможете ее навестить. А можно мне сегодня на ночь остаться в клинике? Я не могу ее так оставить. Пожалуйста. Только предупредите администратора. Здравствуйте, Даш, можно ключи? Здравствуйте. Доброе утро, Александр Петрович. Да, доброе утро. Наташ. Наташ, извини, вчера, правда, неловко как-то вышло. Вита Игоревна совсем не это имела в виду. А что Вита Игоревна имела в виду? Хорошо, я не то хотел сказать. Ты подумала над предложением куда-нибудь пойти поужинать, пообедать. Мы с тобой выберем самую полезную еду. Да при чем тут полезная еда, Саш? Я не хочу с тобой ни ужинать, ни обедать. И вообще, я не хочу давать коллегам повод для сплетен. Извини. Дина, здравствуй, ты ко мне? Пойдем. Александр Петрович, ваши ключи. С вами все в порядке? Да. Да, конечно. Да, ХГЧ действительно высокий, как при малом сроке беременности. Дина, а ты точно не принимала никаких препаратов? Принимала одни таблетки. Так, и что это за таблетки? Где ты их взяла? Мне их подруга дала. Слушай, помнишь, ты говорила, что принимала специальные таблетки для того, чтобы быстрее забеременеть? Мне они нужны. А тебе зачем? Ну, для того же. Боишься, что Дениса уведут? Боюсь. А ты уверена, что тебе нужен этот дятел? Его же больше привлекают деньги твоего отца. Это не важно. Ты мне их дашь? Да не вопрос. Спасибо. Дина, они у тебя с собой, ты можешь мне их показать? Даже не лекарство, это пищевая добавка. Хотя ХГЧ в состав действительно входит. Но кто его знает, что туда еще входит. Производитель не несет ответственность за такие препараты. Дина, зачем это нужно было? Я думала, если рожу, то меня Денис не бросит. Так не бывает. Мужчину невозможно удержать ребенком. Да и зачем превращать свою жизнь в мучение? А мне все равно ничего не вышло. Меня Денис бросил, когда узнал, что у моей семьи проблемы с бизнесом. То я бы и сама от такой, как я, ушла. Так, а это ты о чем? Посмотрите на меня. Ну, кому я такая нужна? Дина, не говори глупостей. Ты умная, привлекательная девушка. И поверь моему опыту, для мужчины важнее внутренняя красота, а она тебе есть. Ничего во мне нет. Хорошо. Я не собираюсь тебя переубеждать. Я назначу тебе курс лечения. И, пожалуйста, придерживайся его. Марина. Уйди, пожалуйста. Мариночка, любимая, как ты? Я так перепугался. Прости меня, я дурак. Ты объяснился с Сергеем?
Нет, он ничего не стал объяснять. Но это сейчас не важно. Главное, чтобы ты поскорее поправилась, и наша девочка была здорова. Как она? Хорошо. Я заходил к ней, когда ее кормили. Я бы хотела тебе все-таки все объяснить. Я действительно кое-что скрыла. Что? Мой диагноз – аномалия матки. Я знаю. Мне еще в женской консультации посоветовали эту клинику, чтобы ребенком не рисковать. Но почему ты мне ничего не сказала? Не хотела, чтобы ты окончательно прогорел со своим бизнесом. У нас же не было денег. А про Сергея почему не рассказала? А ты забыл, как ты выставил его из дома? Ты обязан мне помогать. Нет, трёп о достопримечательностях – это не мое. Этот трёп приносит деньги, на которые и ты, кстати, живешь. А что ж того, что ты сутками просиживаешь за компьютером? Только штаны протираешь. Вот скажи мне, чем ты занимаешься? Ну я же не просто так сижу, я работаю. Миш, ну мы не так много тратим на Сережу. Марина, не вмешивайся. Я хочу, чтобы он понял, детство давно закончилось. Я не банкомат. У меня долги. А мой брат бездельник. Я тебе уже 100 раз говорил. Я не бездельничаю, я пишу программу. Когда закончу, у нас появятся деньги. Подожди, пожалуйста, еще месяцок. Да не могу я уже это терпеть. Надоело! А мне надоело выслушивать твои нотации каждый день. Тебе надоело? А ну убирайся вон из моего дома. Миш, ну перестань. И не смей возвращаться до тех пор, пока не возьмешься за ум. И не попросишь прощения. Ты ни копейки от меня не получишь. Не смеши. Ты сначала пойди заработай эти копейки. И не смей пускать в наш дом этого бездельника. Я не перестала с ним общаться. Сергей таки написал свою программу, смог ее продать, и сейчас он хорошо зарабатывает. Когда я поняла, что у меня с беременностью могут быть серьезные проблемы, и мне нужны будут деньги на клинику, я обратилась к нему. Ты должна была мне рассказать. Я бы продал бизнес. Миш, ну я ведь знаю, как тебе важно твое дело. Я тогда написала Сереже, он сразу помог. Если бы я рассказала тебе, ты не принял бы от него помощи. Я, наверное, позже зайду. Серега, подожди, не уходи. Мне Марина все рассказала. Прости меня. И ты меня прости. Ты помнишь, как ты мне первый комп купил? А я тебе тогда даже спасибо не сказал. Так что я тебе должен. Точно. Ты мне должен. Будешь крестным нашей дочке? Ты серьезно? Конечно, буду. Привет. Это тебе. Если ты хочешь извиниться, то не стоит. Дина, подожди. Дина, ты мне нравишься. Да, это правда. Еще с 8 класса. Упс. А чего же ты раньше молчал? Я трус. Я боялся, что друзья будут прикалываться. А сейчас не боишься? Не плевать. Дина, ты самая лучшая девушка, которую я когда-либо встречал. И я хочу пригласить тебя на свидание. Ты пойдешь? Даша! Дашенька, на мое имя курьер должен был сертификат принести. Уже даже 2 принесли. Один Арсений Петрович забрал, а второй, наверное, спасибо. Ваш. Клавдия Ивановна, Клавдия Ивановна, подождите. У меня для вас сюрприз. Какой еще сюрприз? От которого дух захватывает. Ну, спасибо.
и массаж. Какой еще массаж? А что это такое? Сень, я просто в шоке. Ты что, меня настолько не любишь, что ты мне решил выбросить самолет? Леша, ну вот честное слово, это не я. Ну, мы просто перепутали сертификаты. Юрий Григорьевич, как хорошо, что вы здесь. Можно вас остановить? Извините, Клавдия Ивановна. Это ж надо было перепутать. А вдруг Клавдия Ивановна мне не понравится? Ну, кто не рискует, тот не женится. Ой. Милые дамы, мы просим у вас прощения за небольшую оплошность. Это вам! Ух ты! Ой, массаж, это же мечта, Сеня! Прыжок с парашютом! Ой, Юрий Григорьевич! Клавдия Ивановна! Вы же читаете мои мысли! Прыжок с парашютом! На самокате каждый умеет кататься. Машунь, аккуратней. Хорошо. Я росла со старшей сестрой и помню, как любила с ней играть. А я рос единственным ребенком. Поэтому всегда мечтал о большой дружной семье. Но как-то вот не сложилось. У меня только Машунь. А с ее мамой мы развелись. Сочувствую. Ну, так получилось. Мы с женой слишком были заняты своей работой. Вместе время почти не проводили. Ну, вот она и влюбилась. Коллегу. А потом они уехали жить в другой город. Понятно. Ну, а вы почему одна? Где отец Вити? Я бы не хотела говорить на эту тему. Понимаю, извините. Жень, нам с Витей уже надо идти. Было очень приятно погулять. И Маш, было очень приятно. Вить, прощайся с Машей, мы уходим. Пока. Пока, Витя. Пока. Пока. До свидания. Пока. 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 Машунь, ты почему опять ручки трешь? Ты мерзнешь? Нет, мне совсем не холодно. У них тут потрясающе жаркое. Ешь. Ты знаешь, нет аппетита. У тебя есть новости для меня? Конечно, есть. Ты сегодня шикарно выглядишь. Олег, я тебя прошу, оставь это. Давай по делу. Скоро вся информация о работе лаборатории будет у тебя. Даю слово. Так соскучился по тебе. Когда же ты придешь ко мне? Тогда, когда у меня на руках будут результаты лабораторных исследований. А пока мы дальше в наших отношениях не продвинемся. А как же десерт? А десерт съешь сам. И скучного вечера.